А вот на вопрос, кто сильнейший и самый ловкий, отвечали участники соревнований по боксу, которые состоялись на организованном в торгово-развлекательном комплексе «Плазма» ринге. Ярким завершением спортивного сезона для боксеров Мурманской области стал турнир «Борис и побеждай» в торгово-развлекательном комплексе «Плазма». 7 поединков провели титулованные ветераны, взрослые спортсмены, юниоры и юные боксеры 12-16 лет. А судейскую бригаду возглавил главный судья первой категории, участник специальной военной операции Анатолий Венедиктов. Настоящим подарком для любителей бокса и самих спортсменов стал бой с участием Руслана Шеремета, чемпиона России по кикбоксингу, неоднократного чемпиона России по савату, обладателя черного пояса по карате-кэмпо, дипломированного практикующего тренера. Конечно же, спустя столько времени тренировался, спустя 20 лет, конечно, переживаешь, это тоже переживание. Как и на чемпионате мира в 2004 году, все то же самое ощущение. Конечно же, радует то, что пробоксировал, продышался, чувствую себя нормально. Самое главное, не стареть возрастом, постоянно все у нас в голове. Думаю, чувствуем себя здоровыми. Да, и желаю всем быть такими же. На зрелищном мероприятии испытали волнение и юные спортсмены. Артем Шипелин, как его называет тренер «Надежда мурманского бокса», становился неоднократным победителем региональных соревнований, а также вошел в резерв сборной России. Но на турнире молодого человека ждало особое испытание – бой с товарищем. В обычной жизни ребята – друзья, но на ринге каждый сам за себя. Берите рука! Хорошо, побыстрее, Максим, побыстрее, пробил! Берите рука снова. Хорошо, 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 работа, работа комбинационно. Переполняют эмоции во время боя, вообще жесть. Особенно перед боем. Сразу же мандраж идет, понимаешь, что от тебя тут уже все зависит и все. Все болеют. И поиграть уже как-то не особо охота. Бой был очень насыщенный. Я ему попадал сильно, он не попадал. Так соперник выдался, ну, серьезный. И я сейчас пойду с ним гулять, потому что он мой друг. Турнир по боксу «Борис и побеждай», который впервые состоялся в ТРК «Плазма» при поддержке Федерации по боксу города Мурманска, стал одним из ярких событий празднований, приуроченных ко Дню России. И нашел отклик не только у поклонников бокса, но и остальных мурманчан.